Владимир Матвеев, Белта. Вот в контексте нынешней избирательной кампании оппозиция начинает раскручивать тему, пойдете вы или нет на следующие президентские выборы. Пойду. В следующем году. Передайте им, что пойду. И чем сложнее будет обстановка, чем активнее они будут будоражить наше общество и вас в том числе. Для меня, поверьте, это очень важно. Ни один человек ответственный, президент, не бросит своих людей, которые за ним шли в бой. Поэтому чем будут они больше напрягать вас, меня и общество, тем быстрее я пойду на эти выборы. Поэтому вы не переживайте, мы сделаем так, как это надо для Беларуси. Короткое уточнение. Ваше высказывание по поводу участия в предстоящей через год кампании – это официальное заявление или это официальное предупреждение с учетом того, что сегодняшнее голосование, ну, по сути, это старт вообще новой избирательной архитектуры и, ну, будем откровенно, нового электорального цикла длительного. Ну, в том, что это вот электоральный цикл, и что нас будут качать до президентских выборов, и это будет апогея всего. Ну, я уже много говорил об этом, и журналисты вот только что задавали этот вопрос, ваши коллеги. Поэтому это и есть цикл. Официально, неофициально. Ну, какой вопрос, такой ответ. По-моему, я ответил так, как задали мне вопрос. Ну, а если надо конкретизировать, то я вам абсолютно серьезно и искренне скажу. Ничего нового пока сказать не могу. Почему? Потому что впереди еще год до президентских выборов. Многое может измениться. И, естественно, я и все мы, общество и журналисты, будем реагировать на то, какие изменения будут происходить в нашем обществе. Поэтому я об этом не думаю. Я думаю о том, как этот год качество сделать сильным, мощным, для того, чтобы даже если президент нынешний не пойдет на выборы, чтобы вы запомнили, а последнее все запоминается. Поэтому этот год будет очень активным, и я на это настраиваю общество и всю вертикаль власти, которая честно и добросовестно трудилась и будет трудиться до выборов.